Надо пойти посмотреть камни, мало ли там сидят какие-то курябчики. Или вдоль берега. Давай, шаг влево или вправо? Парень, ты залагал, что ли? Ну, такое бывает, это ж Тарков. Кто-то там листочки задевал. Или показалось? На всякий случай туда. А то сидят там по своим кустикам. Шуршат. Ты мертв? Я думал, ты мертвый. А вот единственный кустик, и ты лег именно в него, чувак. Ты хорошо придумал. Оригинально. Ну, а тебя кто убил? Шестой. О, винтовочка. И разгрузка хорошая. Привет. У нас там парочка. Блин, надо подождать, пока выйдут на открытое место. Поспешил немножко. Да ладно. Блин, не в голову, но и так пойдет.
своей сумкой закрыл свою бошку. Где у тебя напарник, интересно? Окей, сумка, подожди меня здесь. То там какие-то яростные ждуны. Наверное, придется идти на них в наглую, лезть по скалам. Не переживай, я обязательно вернусь за тобой на обратном пути. Может, ну бери-ка тут сдох где-нибудь. Открывай течение или типа того. Блин, хрен его знает. Че это? Ага, бот. О, сумка лежит. Он его раскидывает. Вот наглец. Но я же обещал тебе, что вернусь. Четырнадцать. Неплохой рейд. Так, хэдшот, 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 хэдшот. Ага. Не успела взять жетон с того на камнях. Его напарник, когда его пролутывал, видимо, забрал его. Но в целом неплохо. Да ладно. Сколько вас там? Раз, два. Двое, что ли? Окей, догонять, догонять. Нет, телефон, сейчас не время пищать. Мы ведем преследование. Трое! Никто ж не поверит. Так. Ах, вот эти лаги. Портят. На тебе плюшечку. Ох, блин. Чуть было не стал четвертым. Ну что-то там жить собрался за этим камнем. О, правильное решение.
Гидрит снайпер лежит, зацените. Блин, вот сразу в голову не усыпил и проблемки. Ты что там, помер что ли? Весь ратник мне в нулину убил. Ну точно помер. Тю ты, а я ищу тебя. Угу. Чем я тебя, гранаткой? Да. О, ядрит глок космический. Капсер из шифта дрочер. Я когда твои ролики смотрю, я не знаю, я перейдем комменты читаю. Ну, там еще мало пока комментов. Потом подтянутся там основные комментаторы. Каша, отдача нет. Понятно, все с тобой, макросами значит пользуемся, да? Конечно. Самых опасных убил. Ну надо же. Наверное, повезло мне. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Там вы найдете видео, которое скрыто на канале, анонсы, скриншоты и музыку. Ссылка в описании под видео.